Большинство опрошенных горожан бюджетные средства направили бы в социальную сферу, в частности, на модернизацию медицинских учреждений, а также повышение качества образования. Многие голосовали за хорошие дороги и предлагали потратить деньги на строительство и реконструкцию дорожно-уличной сети. Я считаю, что на образование нужно потратить. Не знаю, дороги надо улучшить. Хотя уже идет улучшение, но хотелось бы еще лучше. Наверное, с дорог начать. Ага. Будут дороги, будет жизнь получше, туда-сюда. Ну, это вот так считаю. Ну, и это на образование, медицину. В первую очередь, для обслуживания, так сказать, муниципальных предприятий, там, больниц, школ. Социальная помощь какая-то даже детям, которые операции нужно делать. Наверное, на медицину больше, на больницы. В том, что именно социальная сфера нуждается в финансовой поддержке, убеждены и амурские общественники. Также они предлагают не забывать о людях пенсионного возраста и ввести специальную пенсионную надбавку для тех, кто всю жизнь работал в Приамурье. Я думаю, что их пенсия должна все-таки отличаться от пенсии пенсионеров, например, на юге России. Это первое такое направление, которое мне очень близко. А второе, я считаю, что надо потратить на инфраструктуру социальной сферы у нас в Амурской области. Это больницы, школы, детские сады. Сейчас в Приамурье реализуется несколько крупных проектов. Газопровод «Сила Сибири», Амурский газоперерабатывающий метанольный завод, налоговые льготы от которых за 5 лет возрастут до 6 миллиардов рублей, отметили в областном правительстве. Кроме того, это поможет снизить долговую нагрузку на 30%. Модернизировать, конечно, сеть социальных объектов, объектов образования, культуры, здравоохранения. Это проведение капитальных ремонтов, это оснащение, это строительство новых объектов. Поэтому я считаю, что в первую очередь мы должны, конечно, для жителей Амурской области создать более комфортные условия проживания. Кстати, высказать свое мнение может каждый житель области. На сайте газеты «Амурская правда» стартовал опрос. На выбор респондентам представлено 5 вариантов ответа. Таким образом, амурчане могут решить, на что нужно потратить дополнительные доходы бюджета Амурской области. Социальные выплаты и пособия, амурскую пенсионную надбавку, создание комфортной среды и строительство социальной инфраструктуры. Пока жители региона предпочитают благоустраивать территорию своего города и района. А также считают, что Приамурью нужно возводить как можно больше школ, детских садов и больниц. Голосование продолжается. Денис Фериденко, Андрей Цветков, Роман Юдаков, Константин Волков, Амурское областное телевидение.